Всем привет! Мы завершаем практически семинар «Надстенная желоба» узлом окончания желоба на прямом участке. Либо на скате перед ендовой, либо на фронтоне. И здесь уже делаем манчестерскую складку, поднимаем, формируем узел. Понимаешь, а потом вот это ты отрезаешь и это поднимаешь. За семинар мы прошли все основные узлы. Это водораздел, там переход на прямом участке. Дальше мы прошли переход водораздел на хребте. Водораздел и переход в ендове. Лотки на прямом участке с облицовкой. Двумя способами. Клепка и из нескольких составных элементов. Дальше лоток на хребте с облицовкой. И с облицовкой лоток в ендове. Завершает наш семинар узел завершения на прямом участке надстенного желоба, либо на фронтоне. Следующий семинар с 21 февраля, за 2 февраля, по-моему, по 1 марта. Пройдет здесь же, в кровельной школе Саврас. Если кто заинтересован, пишите свою почту, программу отправим. Там все ответы на основные вопросы есть. Кроме того, на надстенные желоба можете приезжать с небольшим опытом. Но основные узлы, начальные, вы должны уже уметь делать. Если у вас нет опыта по фальцу, значит, либо набираете самостоятельно опыт, либо есть базовый курс в кровельной школе Саврас. Это напишите Руслану Савченко, он вам отправит программу. И перед семинаром по надстенным желобам в Москве на территории компании «Уникма Запад» будет базовый семинар «Навыки практикующего кровельщика». Вести буду я. Это семинар «Навыки практикующего кровельщика» состоится с 9 по 17 февраля 2022 года. И немного семинара убираем. Вот эту на 40 ты подрезаешь сначала, здесь на 40 подрезаешь, затем вот это подваливаешь сюда. Подвалил, когда уже вот по этой линии срезал. Вот это вот. Да. А это у тебя фальц 40. Ты, конечно, имеешь полное право здесь сделать и 60 его, то есть можешь, но сделаем 40. Ничего страшного. Теперь вот это вот сбиваешь получше, чтобы у тебя его вот не было. И либо сейчас уже туда берешь и подламываешь туда наверх. То есть вода, которая пошла, чтобы она, если сюда завалишь, то есть он будет по ходу. Да, а так против туда.
Андрюх, аккуратнее вот это вот, срежь его уголок. Так. Круглогубцами возьми это и просто вот здесь вот взял круглогубцами. Там, прижми тот край. Прижми. Сюда довел. То же самое надо было здесь делать. Осторожно, вот этот край. Всем еще раз привет и до новых встреч. Мы завершаем семинар и завершаем летний цикл прямых эфиров. А теперь поставь лайк и подпишись на канал.